На фасаде дома по улице Урицкого, 28, появилось новое граффити. Здесь изображены участник Великой Отечественной войны, народный артист СССР Михаил Пуговкин, летчица Ольга Санфирова и передовик советского авиастроения, герой соцтруда Дмитрий Варфоломеев. Осенью при участии фонда капремонта и Министерства строительства Российской Федерации стартовала акция «Портрет памяти». Идея проекта заключается в том, чтобы изобразить на фасадах многоквартирных домов портреты выдающихся героев войны. Арт-работа посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Безусловно, при реализации подобных проектов мы видим, что жители относятся с благодарностью, с какой-то частичкой гордости к своему дому, поскольку вот на данном доме увековечена теперь память трех героев войны, поэтому, безусловно, жителями такие проекты воспринимаются положительно. Я живу вот в соседнем доме, но, по крайней мере, молодежь будет знать наших героев. Пуговкин, Варфоломеев, Санфирова, девочка. Очень здорово. В жизнь воплотили проект художники из Новокуйбышевска Роман Лозовой и Иван Мудрик. Чтобы нарисовать портреты героев, им потребовалось 8 дней и 150 баллонов краски. Но здесь мы хотели подчеркнуть род деятельности каждого героя и непосредственно, чтобы каждому было ассоциативно понятно, к какой сфере относится данный герой. Новый мурал создали на средства спонсоров. Взносы на капремонт для этих целей не использовались. Мэри Илчан, события.